Семена цветов календула. Однолетнее растение. Куст прямостоячий. Соцветия крупные. Густо-махровые, ярко-оранжевого цвета. Семена высевают в апреле-мае непосредственно в открытый грунт. Для получения отдельных эффектных растений их высаживают 30 на 30 см или 40 на 40. Если же нужны густые цветочные рабатки или с небольшой площадью вы хотите собрать как можно больше лекарственных соцветий, то растения сажают через 7-10 см в ряду и с расстоянием между рядами 30-50 см. Предпочитают плодородные, хорошо дренированные почвы, солнечное местоположение. Используют преимущественно для групповых посадок, рабаток, бордюров и насрез. Имеют отличные лечебные свойства. Приобрести этот товар и многие другие можете официально у представителя компании «Планета Агро». Все ссылки указаны в описании под видео.